Здравствуйте, это компания «Дом в дорогу», меня зовут Константин, хобби Optima Premium T65 HGQ. Перекликается с прицепами премиум, то есть с дизайнерскими прицепами серии премиум, с дорогими. Но, собственно говоря, этот автодом тоже не дешевый, и в нем есть очень много интересных решений, о которых я вам сейчас расскажу. Вот, ну пойдемте, обойдем его снаружи. Вот, достаточно вместительный багажник. Вот, вход у него как по левому борту, так и по правому. Вот, и по левому борту расположен отсек для газовых баллонов. Раньше, кстати, вот этой вот выдвижной полки у автодомов не было. А сейчас она появилась. Вот. Ну, представьте, раньше, когда не было выдвижной полки, чтобы заправить газовый баллон, нужно было сначала снять первый, потом добраться до второго и его заправлять, там, вкручивать, выкручивать, обслуживать и так далее. А сейчас сделали выдвижную полку. И вся эта процедура значительно облегчилась, стала гораздо удобнее. Они, конечно, молодцы. Вот. Ну и по левому борту расположен разъем для подключения электроэнергии и заливная горловина топливного бака. Ну, сейчас самое интересное. Пошли внутрь. Ну вот, мы находимся внутри этого автодома. Значит, очень много интересных решений. Ну, например, первое, что бросается в глаза, и мне понравилось, вот эта душевая кабина. Вот это вот дверь, а вот это туалет, вход в туалет. Но войти в него сейчас невозможно. Дело в том, что этот туалет имеет два входа. Один вход со стороны кухни и гостиной, а второй вход со стороны спальни. И поэтому, если со стороны спальни дверь открыта, то сюда зайти невозможно. Вот именно этот туалет и умывальник со стороны спальни. То есть, если вот здесь вот дверь закрыта, да, если дверь закрыта вот здесь, то с той стороны попасть в это помещение невозможно. Ровно как и наоборот. Значит, если мы, допустим, закроем дверь со стороны спальни, то нам станет этот туалет доступен со стороны кухни. Видите, как удобно сделано? То есть, хоть так, хоть так. Если едут две семьи или, допустим, дети, очень удобно. Надеюсь, вы поняли. Теперь посмотрим саму спальню. Спальня имеет слева и справа подступы. То есть, чтобы пойти в туалет или выйти отсюда, не нужно через жену перелазить. И наоборот. Вот. Ну и очень эротическая душевая кабина. Вот обратите внимание. Дайте я отсюда сниму. Вот смотрите, вот если вот так. Но если муж лежит на кровати, он может с кайфом созерцать, как его красивая супруга моется в душе. Ну или наоборот. То есть вот такой вот прозрачный душ. Прямо в ванной комнате, прямо напротив кровати, прям такой обзорный. Спальная зона отделяется вот такой вот мощной дверью, замком, прям как у пилотов самолетов. Видите, вот отделили интимную зону, и она там. Вот, вот очень аккуратненькая кухонька с выдвижными ящиками, с доводчиками. Вот здесь вот, да, три комфорки, раковина. Вот это вот комфорка. Ага, вот она. Так. И большой вместительный холодильник. Ну, холодильник стандартный, что в прицепах, что в автодомах. Ну, вот передняя часть автодома. Значит, вот столик вот этот вот можно двигать влево-вправо. Вот, допустим, вот в этом положении он в режиме кемпинга, если так можно выразиться. Вот, видите, сколько людей? Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек могут сесть, да? Вот так мы задвинули, он в режиме движения. Вместительные полки. И вот что самое интересное. Вот такая вот огромная еще кровать. Вот нажав на кнопочку, мы опускаем ее вниз. И получаем, ну я не буду до конца опускать, мы получаем еще одну двуспальную кровать. Ну, нажали на кнопочку, задвинули назад. И вот здесь вот такой вот функциональный телевизор. Вот сейчас, если мы опустим эту кровать, он начнет работать именно на тех, кто лежит на кровати. А если мы его выдвинем, вот так, то он начинает показывать всем остальным. Ну, его немножечко наклон сделать вниз, и он будет показывать вот на ту, на сидящих вот за этим столиком.
вот такой вот автодом.